Друзья, всем привет! Сегодня не будет обзора магазина «Светофор», сегодня будет намного интереснее. Мы приехали к моим родителям, приехали в деревню. В прошлый раз я снимал видеоролик, когда мы к ним приезжали, мы делали ремонт в зале. В общем, сегодня мы приехали тоже в деревню к родителям. В этот раз мы будем делать ремонт в предбанной зоне. Я сейчас вам все покажу, как это все дело выглядит. Мы часто начали приезжать сюда, просто не помогая родителям. То есть приехали, там что-то поели, там вкусняшек домашних, пожарили шашлык и уехали в город дальше работать. Но нужно иногда приезжать и помогать родителям. То есть иногда нужно что-то делать. В доме дом свой содержать очень сложно, тем более, если вы не миллионер, как мои родители. То есть очень сложно все это дело содержать, делать ремонты, огороды и так далее. В общем, иногда нужно помогать родителям. Сегодня мы будем с вами делать ремонт изностенного покрытия МК в предбанной зоне. Я вам сейчас все покажу, покажу наш предыдущий ремонт, что у нас, как он себя чувствует спустя год. Так, погнали. Все смотреть, все покажу. Солнце не мы, оно как замерзшие руки найдет батарей. Я вижу, как тает свет на мыльном огне и не ловит сеть. Город в горячих огнях, снег запустит, как детскую карусель. В горизонте потухнет закат, его держит в себе облака. И мне нравится день, что уходит под лед, оставляя им ночь зажигать провода. Если бы нас отмотали... Вот такой вот навес у родителей получается перед входом в дом. Их сегодня только привезли. Здесь получается три коробки. Все будем распечатать, покажу вам, как они выглядят. А выглядят они, я уже могу показать, вот такой вот кирпичик. Цвет, в принципе, точно такой же, как и был. Смотрите, как предыдущий ремонт себя чувствует. Вот, собственно, здесь вообще был, получается, зал, но родители сделали как кухоньку здесь. Здесь очень уютно, вообще классно, телевизор. То есть вот предыдущее покрытие, которое мы клеили. Но сейчас у них здесь как кухонька, то есть вот, а был зал. Будем клеить покрытие вот сюда. Здесь уже, в принципе, все подготовлено. Стены уже голые. Здесь смотрите, как все здесь будет располагаться. Сейчас вот видите, здесь ванну, получается, стиральную машину, да? И тут получается вход в комнату. Смотрите, как здесь все будет происходить дальше. Здесь вот эта вот стена будет заделываться, полностью заделываться. Здесь будет дверь в комнату родителям. Здесь будет, получается, ну, там будет стенка стоять, сюда заходишь. Здесь будет как моечная, получается, стиральная машинка. Ванная. Тут очень удобно, когда то есть зимой печку топишь, и здесь очень тепло, рядом с ванной прям очень круто, вылазишь, даже не холодно. И вот так вот все это дело будет. Возможно, будет душевая кабина стоять. Ну, в общем, будет разделение. Здесь будет как ванная, топная, так сказать. Ну, для печки, да, там дровишки будут лежать. Все будет дело очень уютно смотреться. Вот сейчас мы здесь и будем все это дело обклеивать. То есть обклеивать будем, получается, по входу. Плюс мы раковину сейчас еще будем менять, другую ставить. Сдирать, наверное, вот этот плинтус. Здесь плинтуса все будем убирать. Убирать, получается, вот это окно полностью будем зашивать. Вот такой вот план работы. Сейчас будем показывать вам, как будем клеить это покрытие. То есть будет интересно. Сейчас приедет еще гелька, их пока нету. Но вот-вот уже скоро приедет. Я переехал сюда первый, она еще осталась у своих погостить. Мы сегодня здесь ночуем, делаем ремонт. И завтра уже, скорее всего, уезжаем. Приступаем мы к ремонту. Значит, смотрите, у нас план действий. Все это убрать, отодвинуть стиралку. Вообще убрать все лишнее, чтобы нам не мешалось. В принципе, подготовить нам еще нужно будет покрасить вот эту вот часть. Вот тут будет плитка ложиться, но это уже ближе к зиме. Вот здесь нам нужно покрасить белым, потому что туда дотянуться могу только я. Вот эту штуку мы будем, ну, то есть печка, да, получается. Мы ее будем красить просто белым. А отсюда у нас уже будет стенное покрытие МК. То есть надо сейчас снять вот эту. Вот эту снять, получается, и все почистить. То есть нам нужно, по сути, подготовиться просто, ну, уже к нанесению покрытия. Еще хотел вот уточнить, смотрите, видите, вот эти вот старые плинтуса, и они здесь еще с того момента, как только построили дом. Я говорю, пап, давай типа их уберем и так далее. Он говорит, нет, ни в коем случае их не убирать, они очень хорошо держат тепло, то есть через них ничего не выходит, то есть мы их просто... Будем, получается, обклеивать. Ну, то есть, смотрите, вот отсюда у нас будет МК идти, покрытие. А здесь у нас там сверху будет стоять нормальный плинтус. Но это будет все чуть-чуть позже. Сегодня у нас задача, то есть, максимально быстро, максимально все это дело обклеить, потому что у нас вообще времени немного, время сутки, всего сутки, чтобы все это дело сделать. Сейчас, друзья, в кадре вы видите все, вот, масштаб весь, всех работ. Надо мне сейчас все это дело подготовить. Убираем стиралку, но мы ее не будем прям полностью убирать, то есть отсоединять, мы ее просто ставим на середину, все убираем на середину, чтобы было максимально удобно подходить к стенкам. То есть мы ее не отсоединяем, мы ее просто отодвигаем.
Так, ну что, друзья, смотрите, в общем, отодвинул ванну, ее вообще, наверное, уберем, она полностью отсоединена. Смеситель, получается, все тоже сюда пока будет вставаться, неизвестно, когда тут что-то поменяется в дальнейшем, но я думаю, что вообще, наверное, в следующем году, только потому что зимой это все делать в своем доме проблематично. Ну, возможно, может быть, что-то они и сделают, но не знаю, может быть, я приеду, что-то изменю. В общем, наша задача просто наклеить, побелить, и все, и установить все так, как было. Ну и поменять линолеум. В общем, отодвинул я смеситель, отодвинул стиралку, ванну. Проводкой еще не занимался, сейчас в скором времени начну. Сейчас, значит, снимаю стекло, снимаю вот эту облицовку и вот эту. Все, далее я, скорее всего, начну уже клеить с той стороны. Будем оттуда войти, вот так сюда, сюда, сюда и сюда, то есть получается. А когда придет папа с работы, мы уже снимем вот этот бойлер. Уберем раковину и уже здесь с ним все доделаем. В общем, все, время максимально нету. Нам нужно разными схемами это все дело сегодня поклеить по-любому прям. Так, ну что, друзья, все, в общем, побелили вот такой вот весь чумазый. Но ничего страшного, это белизна, его белизна, как ее там. Побелка вот эта, в общем, она легко отмывается, ничего страшного нет. И звездка, да. Сейчас, в общем, наша задача. Папа сейчас придет с магазина, он ушел в магазин, снимает эту вот проводку. Я начинаю ложить уже листы. То есть я здесь побелил, здесь все побелил, оно высохнет, должно, по идее, быть все белое, все красиво. Здесь еще забелил. Неизвестно, когда сюда будет накладываться плитка и так далее, потому что, ну, неизвестно, в общем. А так, как бы оно симпатичнее стало, хуже от этого точно не будет. То есть я забелил, короче, и железно вот эти вот штуки. Ничего, хуже не будет, все будет нормально. В общем, я начинаю накладывать покрытие, папа снимает проводку. Поехали. А еще приехала Ангелинка, красотка. И вот танцует. Тут, короче, мама наготовила вообще, блин, целую поляну. Ужин. Вот эти, кстати, бутеры очень вкусные. Это вот баклажаны, да? Кабачки? Да. Или баклажаны? Это... А, еще и в панировке. Тут чеснок с майонезом внизу, помидорка и вот это баклажаны. Шашлык, башлык, салат, картошка, еще салат, колбаска, нарезка, все дела. Очень круто, вот Ангелинка. Вот. Время у нас уже 6:30, а мы еще даже не начали накладывать покрытие. Ну, ничего страшного, сейчас все дело продолжим. Вот, мама, поздоровайся. Здравствуйте. Так, ну что, друзья, вот такие вот у нас настенные покрытия. Смотрите, здесь идут как кирпичик сделано. Ну, я думаю, будет смотреться очень круто. Сейчас у нас уже вечер, 6:30. Освещение будет немного пропадать. Мне главное суть показать вам, как это все дело клеится. Возможно, уже завтра с утра что-то будем доклеивать. И там уже все по свету будете смотреть, как это все дело уже будет в готовом виде. Друзья, немного хотел рассказать про настенное покрытие АМК. Смотрите, во-первых, когда мы первый раз их заказывали, была другая коробочка. Сейчас она более компактная. И смотрите, даже есть инструкция. Это настенное покрытие АМК можно клеить не только, получается, внутри дома, но и снаружи также обшивать дома. У них большой выбор, то есть кирпичики, есть как соты, я вам показывал, да, вот. В зале, ой-ой, вот в зале у нас сот. Есть еще там всякие разные, есть большие, как блоки идут. В общем, ассортимент у них очень большой. Ссылочку я оставлю на них в описании, переходите, если что, смотрите, приценивайтесь. Ну и стоит это дело тоже не совсем так и дорого. Так, ну а мы начинаем. Вот наши кирпичики. Смотрите, здесь даже есть какая-то инструкция. Видите, как заморочились. Советы от Алика, монтаж на каменную вату, монтаж МК на ОСБ и другие материалы. В общем, такая вот инструкция прикольная. И очень занимает мало места. Нам на вот это вот все помещение, то есть вот так, плюс здесь получается все. Всего 3 коробки приехало. Представляете, то есть его можно увезти на обычном автомобиле. Даже просто в обычный багажник это все дело влезет. Мне кажется, очень круто. Друзья, чуть не забыл, у компании АМК большая и развитая партнерская сеть по всей России и СНГ. Во всех крупных городах есть представитель, который расскажет все о материале и поможет с монтажом.
Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. Ангелинка. А я сейчас захожу в телефон, и мне там ожидается, что новое предупреждение. Теперь понятно, почему. Но. В общем, подготовили мы вот это покрытие, немного постучали, потому что на краску оно будет... Ну, была вероятность того, что это все открепится просто и все. А так хоть какой-то зацеп есть. Всю краску снять, это, конечно, проблематично. Сейчас это нет времени. Ну, оно и так будет все очень хорошо держаться. Уже есть такая практика. Шпателя как смогли, так очистили. Начинаем. Берем ведерко туда. Поближе. Вот маленького шпателя у нас нету. Вот так. Добавить водичку. Не надо. Сейчас, а его просто покрути миксером немного. Давай. Потому что суховатый. Вот сейчас уже получше растворчик. Чуть водички добавили нормально. Берем маленький. И им уже делаем. Вот так вот. А зачем? Хорошо, да, лег. Все. Готово. Все главное ровненько. То есть, смотрите, я его прям руками трогаю. И ничего страшного, потому что там наклеечка, которая потом снимется. Стены еще не совсем ровные. Ну, вроде ровно, да? Сейчас еще сюда буду намазывать. Нет, ты когда намазал, ты понимаешь, она сетка ложилась. А, через этот. Конечно. Можно так, можно так. Так, ну все. Прижать. В общем, понятно, в принципе, да, как ложится. Сейчас также мы, получается, к этим кирпичикам. Вот они. Чего? А ты что, не будешь замазывать сейчас? Почему? Замазать это всегда можно успеть. Нам сейчас главное наложить. Да. Замазывать что тут очень быстро, большим шпателем. Дай-ка большой шпатель тут, еще больше. Который. Тут накидать и размазать. Снизу начинай только. Ну что, можно сбоку? Что, друзья, время уже у нас... Сколько время? Время у нас... 11:00, да? Так, ну что, друзья, время у нас уже 11 часов. По итогу мы наклеили, то есть получается, смотрите, вот Ангелинка тут помогает мне, клеит. Ну и папа помогает. Все, в общем, помогают. Короче, наклеили 1, 2, 3, 4 тут лист, 5, 6, 7 листов, получается, мы всего наклеили. Сейчас будем верх вырезать. И смотрите, вот пару штучек я содрал, показать вам, как это дело получается. Вот где подсохло немного, там хорошо слазит. Где вот еще мокро, свежие эти. Вообще даже это, только пытаешься сразу вместе с покрытием слазить. Вот почему и нужно подождать 3 дня. Но у нас времени вообще вот реально нет. Завтра с утра будем пробовать уже дело это все прям снимать. Ох, не знаю, как мы это все дело успеем. Но по факту нам надо вот эту стенку отсюда. То есть сюда. Либо мы отсюда начнем, туда пойдем. Либо же лучше, наверное, с этого угла начнем и вот так пойдем сюда. В принципе, кажется немного, но по факту замесить смесь, тут это все дело подприбрать, смотрите, тут какие кучи уже валяются, то есть, ну это все вот сместили в одну кучу. По факту работы хватает, в общем. Кажется немного, но детка уже устала сидит, да? Да. Но будет, а? Вот это? Но будет очень-очень даже круто. Ну, просто даже уже вырисовывается картина. Кстати, тут чуть подсохло, я еще промазал вот это вот. Все равно она видно. Будет просто, что было и что стало, будет очень круто.
Так, ну что, у нас время уже 12 часов ночи. В общем, мы доклеили одну часть верха. Смотрите, как это все дело вымеряем. Просто берем по нижнему, делаем целый кирпичик, ну а поверх уже что останется. Режется материал очень легко, очень просто. Короче, долепливаем верх. Ну, я уже показывал, что сняли пару этих штук. И переходим, то есть дальше. Тут сейчас еще, возможно, лист наложим и оставляем. Это оставляем до завтра, переходим на эту стенку. С этой стены уже погнали. А завтра с утра уже проснемся, снимем бойлер. Ну, может быть, если у нас силы останутся, если у Гели силы останутся, она сама снимет бойлер. Там, в общем, и тогда мы все доклеим сегодня. Вот у нас еще есть папа сейчас. Ну, он с электрикой там что-то мутит, крутит. Ладно, мы его не трогаем. Все. Короче, долепливаем эту стенку поверху. И, может быть, сюда еще что-то прилепим. И переходим на ту сторону. Подсыхает, смотрите как. Вот если честно, когда вот лежит материал, даже кажется, как будто стена стала ровнее, да? Вот прям, как будто прям все ровненько так стало. Кстати, окно мы заделали. Не показывали, как мы это заделывали. Просто вот это оставим без комментариев. Просто не надо это показывать. В общем, заделали и заделали. Все, погнали, короче. Уже вечер, все, ночь, мозги уже не варят. Короче, доклеиваем. Переходим на эту стену, уже включимся, когда будем непосредственно лепить вот эту стену. Правильно же? Правильно. Да, опять, погнали. Давай. Так, начнем, получается, уже вторую стенку строить. Делюха еще не спит, время первый час. Короче, здесь решили так. У нас прям ровненько они выкладываются. Вот этот лист идет по вот этому уровню. Этот, ну, вот так вот. Хоть они здесь и не состыковываются, но мы продолжим, получается, сюда идти, сюда идти, сюда, сюда. Ну, вот так вот и пойдем. Ну, я думаю, завтра с утра, когда мы все это дело снимем, тут будет просто вот... Так, ну что, друзья, время 4 утра, у нас практически все поклеено. Не поклеено только до верха, то есть у нас будет по окну, оно заканчивается, там будет перегородка потом ставится. Здесь, значит, мы доклеили до бойлера, бойлер завтра снимем, вода стекает, кипяток как раз остынет, излишки нас не ошпарят. В общем, завтра с утра мы уже... Все дело доделаем, сейчас вообще просто вырубали конкретно. Мало времени, чтобы все это дело сделать. Тут уже подсняли старый линолеум, его не стали до конца убирать, потому что еще ляпа будет лететь сверху. Здесь у нас уже вот такой более-менее линолеум. Вот так вот получается. И там вот тоже подсажали. Да. Ну, красиво. Да, будет красиво. Завтра, в общем, просыпаемся. 4 утра нам Гелька помогала, наверное, до 2 часов ночи. До 3. До 3 даже, наверное. Ладно, все. Давай, короче, спать. Идем спать. Про любовь, матушка, земля, белая березняка, для меня святая Русь, для других занозника. Матушка, земля, ой, белая березняка, для меня святая Русь, для других занозника. Друзья, всем привет. В общем, у нас наступило утро. Короче, мы не спали до 4 утра, проснулись в 8. По итогу поспали мы 4 часа всего, получается. В общем, встали, не начали сразу снимать там и так далее, пока вот еще даже куматоз. То есть бойлер у нас выключен со вчерашнего дня, нам не умыться, не помыться, только холодная вода. Ну, вот так, чуть-чуть себя в порядок привели, более-менее. В общем, линолеум полностью содрали, он тут уже просто прям мешался. По итогу что, сняли раковину, открутили бойлер, сейчас его быстренько откинем оттуда, доклеим эту сторону. И доклеим, получается, вот здесь, под окном и сверху окна. И все, на сегодня мы отсюда уезжаем. Я взял подменился на работе. И, в общем, приедем сюда завтра. Смотрите, мы попытались сегодня их отклеивать, и какая ситуация. То есть, оно обрывается вместе, видите, с кирпичиком. Но хорошо то, что можно его аккуратненько вырезать, вот так вот, как мы сделали, кирпичик вырезали. И по факту взять новый цельный кирпичик, где он? Дай по панельку вот эту. Взять цельный кирпичик, его также здесь вырезать и по факту сюда вот так вот прикрепить. Или даже если где-то вы косяка упороли, то есть можно заменить кирпичик, либо соту, ну, не, без разницы, что у вас будет за материал, в общем. Так, ну сейчас мы снимаем, короче, бойлер, заделываем вот этот косяк наш, и только завтра мы приедем. Ну, пришлось уже, что, брать выходные на работе, надо доделать уже и все. Потому что подключили, кстати, мы ванную, то есть... Стиралка, все работает. Постелили линолеум, вот здесь не хватает. Ну, будем долепливать он теми кусочками. Там вот есть вот еще небольшое количество линолеума такого же. Белыми ночами пропаду, не ищи тебя.
Так, ну что, друзья, в общем, мы почти доклеили, но у нас закончился клей, короче. Не хватило буквально вот сюда и вот тут немного снизу. А так, покажи вот этот угол. Все у нас вот там крепежи для бойлера. То есть все здесь залеплено. Вот сейчас папа уже там домазывает, то есть он уже замазывает просто прощелины вот эти вот. И, в принципе, все готово. Но все, вот это последний клей. Тут чисто буквально вот замазать вот это и вот тут еще вот лист. И все получается. Сейчас мы все заканчиваем, то есть ждем, пока все это дело высохнет, потом снимаем, показываем, как это все дело выглядит, а там уже потом, когда в следующий раз приедем, потом уже доклеим. То есть у нас нет времени, надо уже уезжать. Все, короче, давайте включаемся уже завтра, когда все высохнет, и будем снимать вот эти вот наклеечки. Вот тот кубик, который у нас косячный был, видите, я его заклеил, то есть по-новому просто вырезал и туда новый кирпичик залепил. Потом покажу, как это все дело будет выглядеть. Вообще ничего не будет заметно, что там что-то было коцнутое. Ладно, все, друзья, выключаемся. До завтра, наконец-то мы отдохнем. Сейчас время 12 часов дня. Мы реально прям поспали 4 часа, отдохнем, хоть проведем какое-то время в деревне с родными, так пообщаемся. Просто приехали, сразу начали ремонт делать. Все, давайте до завтра. Завтра уже будем все дело открепляйть и смотреть на красоту, которая у нас получилась. Все. Вот, чисто все, больше ничего не надо. Так, ну что, друзья, всем привет. Прошли ровно сутки после того, как мы уехали от родителей. Как чувствует себя там сейчас настенное покрытие, неизвестно. В общем, сейчас собираемся, едем туда, я один поеду. Будем снимать наклеечки, ну, по крайней мере, будем пробовать их снять, потому что завтра уже нам надо выезжать в 10 утра, послезавтра на работу. В общем, отправляемся к родителям, смотрим, как себя чувствуют наклеечки. Сейчас находимся у Гелиного дедушки. Тоже здесь ночевали, ну, тоже навестили, так сказать. Все, сейчас едем, снимаю наклейки, показываю, как все это дело будет выглядеть. Надеюсь, у нас все получится. Получится снять эти наклеечки, ничего не повредив. Поехали. Друзья, для вас прошла секунда. Мы уже вот у родителей, короче, гелька осталась у дедушки. Смотрите, прошло, получается, сутки, да? А здесь, вот в этом покрытии, прошло даже чуть больше. Давайте попробуем, будет ли оно сниматься. Подойдем, посмотри. Вот так вот берем ножичком. Аккуратненько. Нужно подцепить пленочку. Вот, подцепили. И тянем просто. Вот такая вот красота получается. В принципе, я думаю, все уже готово. Будет все сниматься без проблем. О, красота. Так, ну что, друзья, ставим камеру и погнали. Меня за руку крепче возьми, доверяй. Так, ну что, друзья, практически мы все отклеили. Смотрите, как это дело выглядит. Обалденно. Просто до и после. Это просто два разных дома. Вот еще остался кусочек. Смотрите, какая есть проблема. То есть вообще покрытие должно постоять после нанесения трое суток. У нас постояли сутки, у нас есть такие косячки. Их немного, но они присутствуют. Мы их потом, сейчас клея нету, мы их потом просто переклеим. У нас всего два косячка, по-моему. Вот раз и вот два. Там вот тоже началось уже покрытие сниматься, мы решили потом это, вот эти кусочки именно снять. То есть там пленочка осталась. Но обалденно же. Вообще просто очень круто. Мне, кстати, говорили уже за слово обалденно, я постоянно его говорю. Очень круто, да, смотрится? Просто потом уже посмотрите кадры до и после. Так, ну все, друзья, все, мы закончили. Смотрите, какая красота у нас получилась. Все наклеечки сняли, вообще выглядит очень круто. Настенное покрытие АМК прям вообще обалденно. Также повторюсь, что там есть всякие разные варианты. Есть соты, как у нас в зале. Есть квадратики большие, то есть как они... Ну, как блоки, блоки называются, вот точно, блоки. Выглядит это дело все очень круто. Друзья, заказать можно АМК по нашим ссылкам в описании. Также увидите контакты, где вы можете заказать материал в Владивостоке. Он есть в наличии, в Хабаровске тоже вот будут все контакты. Все, смотрите, еще контакты будут в описании, если, ну, кто сейчас не запомнил. Все будет в описании. Сами видели, АМК покрытие наносится очень легко, то есть справится вообще абсолютно любой. У нас даже получилось это дело без лазера. Ну, вообще в идеале, конечно, с лазером. Это делают профессионалы, мы не профессионалы, сделали это так, как сделали. Но все равно получилось очень круто. Заделали окно, получается. Тут линолеум нам не хватило, вот смотрите. Там вот не хватило линолеума.
Скорее всего, сюда будет покупаться новый большой кусок, либо же вообще какой-то другой материал. Но это все потом. Сейчас нам надо ехать в город, работа ждет. В общем, все. Друзья, ну вот такой вот получился видеоролик. Приехали в деревню, сделали родителям ремонт. Не получилось так прям максимально отдохнуть, там шашлык, башлык и так далее. Ну, иногда нужно приезжать, чтобы просто поработать, что-то помочь родителям. Вот как мы сейчас и приехали. То есть сейчас надо выезжать, все, работа ждет. Спасибо всем огромное за просмотр. Повторюсь, что ссылки на МК все в описании. Все контакты Владивосток, Хабаровск тоже в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.